Хирурги – типичные обитатели рифов и прибрежных участков. Максимальные размеры у разных видов колеблются от 20 до 60 сантиметров. Все хирурги имеют на хвостовом стебле выдвигающиеся острые колючки-скальпели, образовавшиеся из видоизменившихся чешуй. В момент опасности рыба может нанести своим оружием существенные травмы. Молоть обычно имеет более яркую окраску, отличающуюся от взрослой особи. Растительноядные и всеядные рыбы. Питаются водорослями, детритом, полипами, актиниями, ракообразными и другими мелкими донными беспозвоночными.